Место для разворота. Типа сплошной заехал. Видел? Или нет? Да. Ну а зачем летишь на сплошной? Крути руль. Поехал. Газу. Резче. Выравнивай руль. Газу. Выбирай место для разворота. Поворотник включи. Пошел. Газу. Включай поворотник. Газу. Зеркало. Ногу убери с тормоза. Опять плоскостой поехал. Если в зеркало посмотришь, ты увидишь сзади у тебя светофор пешеходный. Он когда загорится, у них ребята с аптечки останутся на стоп-линии. Ты сейчас мог спокойно развернуться. Да крути руль, поехали, они останавливаются. Зарежьте, Саша. Теперь поехали. Бывает. Вот сейчас тетеньки, девушки выезжали, видел? Mm-hmm. Человек должен убедиться. Убираем место для разворота. Поворотник выключил. Вот здесь нужно заезжать. Там, где уже сплошная, вот она, вот. Сплошная, она не нужна уже. Понял? Понял. Это значит, такое место мы проезжать должны, не залетать в него. Еще протяни немножко. Стоим. Успеешь? Крути руль. Пошел. Газ убрал. Выровнял, газу добавил. Выбираем место для остановки. Быстро соображаем, быстро. Здесь можно останавливаться? Да, можно. Почему? Потому что так больше 15 метров светофора. Короче, запрещающих знаков нет. Полоса имеет, дорога две полосы имеет направление. Нас по что не объезжают, да? Да. Все, поехал. Знаков запрещающих не было. Ну ты опять же стоишь на дороге. Просто добавь газ и все. И выключи поворотник, который ты сигнализировал начало движения. Все. За регулируемым пешеходным переходом выбирай место для разворота. Газ, Саша, газ. Поворотник в левый ряд. Ты что должен сделать? Перестроиться с газом. Пошел. Задачу помнишь? Зеркало. Пошел. Почему нужно в зеркало смотреть? Даже чтобы когда... не влез, видел, что он хотел уже поехать, да, вперед тебя, слева от тебя. Перекресток Карла Маркса в Выборгске. Карла Маркса в Выборгске. Ну ты, я скажу, отчаянный парень. Если ты сейчас здесь развернешься сам, самостоятельно, без моего вмешательства, можно смело сдавать экзамен. Уезжай. Ты за зебру успеешь заехать? Да. Ну как? Поместишься за зебру? Помещусь. Саша, жить хочешь? Куда ты нахер дергаешься? Пошел. Это очень опасный перекресток, товарищи, господа, леди и джентльмены. Здесь нет вообще
разворачивается. Выбирай место для остановки. Что нет? Расстояние. Что меньше расстояние? Пяти. Где? Откуда ты? У тебя глаз алмаз, что ли, Саня? Вот правый поворот не включил. Остановился. Но здесь нельзя останавливаться. Видишь? Мы уже поехали. Потому что здесь перед стоп-линией сплошная полоса есть. И, соответственно, из-за тебя людям придется пересекать эту сплошную линию. Поэтому там нельзя было. Долго думал. Да поехал уже, все равно за стоп-линию стоишь. Левый ряд перестраивайся. Куда? Ты ж смотри, Саш. Пошел с газом. Уже, пока ты наберешь газ, там уже крузер, видишь, подъехал. Газу. Газу. Газ убирай. Все, перестроился и уже контролируешь ситуацию. Впереди вон несколько миллионов едет. У меня таких денег нет. У тебя есть такие деньги? Нет. Вот, значит, аккуратней. Выбирай место для разворота. Что ты должен сделать? Перейти на левый курс. Перейти на сторону врага. Здесь перестроиться. А ты опять по сплошной, Саш, перестроился. Не заметил? Перед светофором, ты же смотри, сплошные линии. Здесь ты должен был. Ну, Сань, проснись. Что, меня испугался, что ли? Сань. Нет. Ну, а что ты меня боишься-то? Тысячу лет у меня уже занимаешься и все боишься, что ли? Давай. Сколько тебе лет? 17. 17 лет, Сань, я... Когда экзамен сдавать туда? Пошел, Саш, пошел. Выбирай место для разворота. Нет. Почему нет? Ну, там уже почти сплошная. О, почти сплошная. Видишь, думать начал. Что ты должен сделать? Давай, переходи. Только не переходи. Перестроиться, да? Перестроился. Дальше что? Развернуться. Развернуться. Выполнить разворот на дороге. Осмотрелся, что видишь, какие знаки видишь? Так, движение прямо, автобусная остановка. Движение прямо. Движение прямо, движение налево. Что ты видишь впереди? Движение налево. Поворотник включи. Протяни, 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 протяни еще. 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 Крути руль. В зеркало смотри, чтобы тебя не притерли. Пошел. За регулируемым перекрестком выбираем место для остановки. Задачу слышал? Да. Что нужно сделать? За регулируемым перекрестком выбрать место для остановки. Приступай, чувак.
едем. Зеленый свет горит тебе. А ноль? А что ноль? Ты на ноль смотришь или на сигнал какой? Саш, что делать нужно? Это остановить. Ну, остановиться. А перекресток был? Стоп. Не было перекрестка? Был. Так останавливайся. Так, смотри, ты напротив выезда остановился. Так нельзя делать. Напротив выезда нельзя останавливаться. Пошел. Саня, если ты мне завтра экзамен не сдашь, я тебя прям замучаю на дороге, понял? Что ты понял? То, что если я завтра не сдам экзамен, то вы меня замучите. Потому что ты мне надоел уже, а? Честно. Ты, конечно, молодец, но ты не путай перекресток с пешеходным переходом. И слушай всегда команду, и смотри, куда ты едешь, понял?